европейские товарищи, они... Середина козырька, да? Лучше, угу. Да. То есть, в принципе, середка, вот, и сбухающая точка самая. Так. Здесь все-таки костный край, ориентир. Вот мы укололи чуть-чуть повыше. Здесь мы прочертим формирующийся немножечко подальше вот такую штуку. Вот у нас вот здесь вот будет точка для введения. Вот очень высоко тоже не будем. Тапочку здесь сотру. Если черным или красным маркером рисуете, смотрите, чтобы не было импрегнации красного цвета или черного. Будет такая пикантная мушка симметричная. Вот, поэтому, в принципе, в какую сторону срез, не обязательно контролировать. Да, чуть повыше. Ну, все, мы надкосим центр. Не очень приятно. Ну, неприятно, но такая вот распирающая uh-huh. ощущение, правильно? Uh-huh. Вот у куб было более мерзко, согласитесь. Вот, ну, болезненность такой острой, такого дискомфорта нет. Uh-huh. Вот мы закончили вводить препарат. Вот. Что-то. Здесь тоже капелька. Еще очень хорошо, что... А губы сейчас вообще не ощущаются? Очень хорошо. Ну, с мимикой поаккуратнее. Mm-hmm. То есть сегодня рот mm-hmm. не открываем, особенно каких-то мимических моментов. Вот, то сейчас начнем с того, что почему хороши препараты для контурной пластики, почему они менее как бы, плотные, почему они хороши как раз при таких моментах, когда, например, ботулотоксин не надо, да, или нельзя вдруг. Ну, вам, может быть, можно, да? То есть, возможно. Вот, возможно. Вот. Поэтому можно начать, например, с биоревитализации. Ну, как правило, они уже здесь статические, они уже никуда не денутся. Они будут лучше, как после масочки. Масочки ваши с гиалуроновой кислотой где-нибудь через месяцочек, через недельки. Алиночка, а на 19 собираюсь нырять. Можно? Когда? Вот на крещение. Ныряйте. Можно? Вот 3 дня, ну, мы расскажем, как обрабатывать, да? Поэтому небольшое количество. Здесь мы работаем уже в слой дермы, но в гиподерму не заходим, потому что у нас ничего не выйдет, да? Можно брать, в принципе, даже здесь 27 иголочку, можно брать потоньше. Может, брать прям тоненький, вот там, для меза. Вот, поэтому, значит, ретроградно.